Bonjour à tous. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил работников самых разных профессий нашей страны, внесших большой вклад в развитие республики. Медали, ордена и почетные грамоты получили сотрудники правоохранительных органов, администрации президента, работники судебной системы и сферы культуры. Медалью во знаменование 25-летия Республики Южная Осетия награжден экс-президент Леонид Тибилов. Работники сферы бытового обслуживания населения, связи, люди нужных всем нам профессий получили заслуженные государственные награды. За многолетний плодотворный труд Анатолий Бибилов вручил орден почета Алексею Бепеву, мастеру по ремонту обуви. В этой сфере он работает долгие годы. За ним закрепилась репутация отличного обувного мастера. Его знает почти каждый житель столицы. Среди награжденных президент Федерации плавания Южной Осетии Евгения Терлеева. Евгения работает в нашей республике сравнительно недавно, но сумела заслужить уважение и доброе отношение коллег-тренеров, воспитанников и их родителей. Президент республики поздравил собравшихся с заслуженными наградами, поблагодарил каждого за добросовестное отношение к служебным обязанностям, за их труд во благо государства Алании. Эта ваша работа неоценима, очень необходима республике, очень необходима людям, которые проживают здесь, в республике Южная Осетия, независимо от того, находятся они в гостях или являются гражданами республики Южная Осетия. Особо хочу поздравить и поблагодарить технических работников. Их работа порой не бывает видна, но сколько труда, сколько энергии они тратят на то, чтобы был порядок в доме, как говорят, чтобы была чистота, чтобы мы могли приходить на работу и видеть, что действительно здесь работают люди, которые к этому дому относятся как к своему родному дому, сохраняя его в чистоте и поддерживая там порядок. И так можно перечислять всех сотрудников, которые сегодня были награждены. Всем вам огромное спасибо. От имени всех награжденных слова благодарности выразила Альбина Кокоева, отметив, что для нее большая честь получить столь высокую награду из рук президента. Хотелось бы выразить огромное слово благодарности руководству Республики Южная Осетия во главе с президентом Анатолием Ильичем Бибиловым за то, что ценят наш труд. Мы будем дальше стараться работать на благо нашей Родины. Зарина Кочеева, Алим БТФ, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.